24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, он же День святых Кирилла и Мефодия. В этом году большой праздник объединил все города нашей страны. В час дня по московскому времени от Владивостока до Калининграда одновременно начались концерты. Центром торжеств стала Красная площадь, программу которой дополнили прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Не остался в стороне и наш Заполярный округ. Во Дворце культуры «Арктика» ровно в час дня, как и во всех городах России, зазвучала музыка. В это время, вне зависимости от часового пояса, все города, селы, поселки, большие и малые, вышли на сцены, чтобы спеть, как в едином хоре, любимые песни, ставшие поистине народными. Подарком для окружных зрителей стало выступление региональной группы Тысячного детского хора России. Этот уникальный детский коллектив принимал участие в торжественном закрытии Олимпийских игр в Сочи, праздновании Дня России в Крыму. Они выступали на сцене Мариинского и Большого театра, а также Государственном Кремлевском дворце. С тысячами молодых талантов со всей страны поет и шестиклассница Лиана Айвазова. Сегодня у певицы насыщенный день. Сразу после выступления на главной окружной сцене девушка выступила в Центральной библиотеке. Там в рамках Дня славянской письменности состоялась встреча с окружными школьниками. Россия, она должна всегда помните, как возрождался наш язык, как все происходило в те времена. Вообще, если мы не будем проводить такие мероприятия, вообще многие забудут, что такое, кто такие Кирилл и Мефодий. Святые Кирилл и Мефодий – это проповедники, которые жили в IX веке в Греции. Они создали первый славянский алфавит. Он стал основой литературы множества народов. К этому дню сотрудники Нининской краеведческой библиотеки долго готовились и даже издали рекомендательный библиографический указатель «Славянский мир. Истоки культуры и традиции». Посвященный, соответственно, истории, культуре, письменности, о которой мы сегодня говорили на празднике, о литературе, быту, традициям всех славянских народов, но, естественно, конечно, русского народа. Период охвачен с древних времен до 17 века, потому что специалистами, историками, культурологами именно этот период был обозначен как наиболее важный в становлении национальной государственности, национальной культуры. Кроме библиографического указателя, любителей славянской культуры ждал еще один подарок – путеводитель по ресурсам сети интернет. Это подборка сайтов, в которых содержится информация о историческом и культурном наследии славян, о новых веяниях в культуре славянских народах, а также знакомиться с историей праздника славянской письменности и культуры. Трудами Кирилла и Мефодия гордятся по всему миру. За вклад святых в культуру Европы папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Этот день начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны – Украину, Белоруссию, Молдову и Россию. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север».